Итак, еще раз всем привет. В этом видео я хочу показать, как я модернизировал свой видоискатель для камеры Sony NEX. Как упоминалось раньше, при установке металлической рамки на дисплей фотоаппарата мы лишались возможности откидывать дисплей вместе с видоискателем. Мне это не совсем удобно, потому что я частенько пользуюсь этой функцией, и я решил это как-то исправить. Да, кстати, в том видео, в первом видео я еще не уточнил одну деталь, которую я обнаружил во время эксплуатации. Дело в том, что если бы мы устанавливали рамку, рамку сюда прикручивали, то она перекрывала бы отсек для карты памяти. То есть, что я хочу сказать, то что при установленной рамке вы лишаетесь возможности изъять карту памяти для ее замены. Вам приходилось бы откручивать видоискатель, вытаскивать рамку, ставить видоискатель обратно. Итак, что у нас получилось? То есть я обезжирил дисплей, я наклеил скотч 3М по краю дисплея. Остается только снять красную вот эту защитную пленку и наклеить саму рамочку под видоискатель. То есть что у нас получилось? Мы наклеили саму металлическую рамку на дисплей. Ее, в принципе, не очень так заметно. Почему я говорил, что 6 мм скотча 3М 6 мм немножко большеват, потому что снизу, видите, небольшой кусочек скотча. Но это не очень страшно, потому что на функционал он никак не влияет, он дисплей ничто не перекрывает. В принципе, можно просто-напросто подрезать. Мы имеем функцию, у нас осталась функция откидывающего дисплея, у нас осталось свободное гнездо под штатив, и у нас нет проблемы с доставанием SD-карты. Теперь же можно ставить свой видоискатель и пользоваться. Держится все это очень крепко, то есть скотч 3M он сам по себе не отвалится, потому что он довольно таки крепко приклеился, то есть рамка сидит очень плотно, снять ее немножко проблематично, отрывается с трудом, поэтому просто так потерять рамку у вас просто-напросто не получится. Ставим свой видоискатель и пользуемся. Функция откидывающего дисплея у нас сохранилась. Единственная проблема здесь остается только в том, что так как видоискатель имеет определенный вес, и сама рамка тоже имеет определенный вес, это накладывает некоторые проблемы в том случае, что рамка под определенным углом, она сама по себе складывается. Но это уже проблема не видоискателя, это уже проблема самих вот этих вот креплений в дисплее. То есть он не рассчитан на такой вес, удерживать такой вес, поэтому при съемке с поднятым дисплеем нужно будет просто немножко придерживать это пальцем либо рукой. Но сама функция дисплея, откидывающая дисплея, сохранилась на 100%.